Друзья, всем привет! 7 мая 2024 года. И сегодня мы будем проводить тест по фарму Адены и опыта в башне дерзости. Данный тест будет состоять из 4 видео. Это первая часть, в ней мы замерим показатели на первом, втором и третьем этаже башни дерзости. Вторая часть 4 по 6 этаж, 3, 7 по 9 и 4 часть 10 по 12. Погнали! Эксперимент будем проводить в тренировочной зоне, потому что здесь можно также взять дополнительный баф. Я взял силу всех крит-атак плюс 15%, мощность всех умений плюс 10% и шанс крит-атак маг-умений плюс 21%. Это тестовый сервер, то есть здесь у меня высший эльф-маг с очень хорошим эквипом, больше чем на несколько миллионов рублей, если сравнивать с официальным сервером. Так что сейчас мы сделали ребаф. Засекаем 15 минут, также здесь сбрасываем полностью все показатели. И погнали. 3, 4. Остается около 30 секунд и уже можно в принципе начинать подводить итоги. Здесь, конечно, шейху делать нечего, монстры умирают очень-очень быстро, фарм плохой, и, кстати, по базе данных вот сейчас немножко ошибка, то есть порезали нам дроп адены, причем довольно-таки серьезно. Если по базе бьется в районе 1700 адены должно падать, то сейчас падает в районе 1100. 4, 3, 2, 1, стоп, заканчиваем, отбежим сюда. Значит, по Адене 732 тысячи, это нафармлено за 15 минут, то есть, чтобы узнать за час, мы можем умножить это на 4. По опыту, кстати, очень удобно то, что мы можем посчитать сразу же чистый опыт, 339 миллионов 988 тысяч. Почему чистый? Потому что нам не упала ни одна волшебная лампа. Их ноль. Если сравнивать с каньоном Горда, я делал не на высшем эльфе маге, а делал на шее. Там чистый опыт составил 1 миллиард 48 миллионов. То есть башня Тоя, первый этаж, довольно-таки слабо по опыту. Тогда сейчас перемещаемся на второй этаж и будем делать тест там. Ребаф сделан. Сбрасываем показатели. Давайте встанем сразу же в центр. Разбросим и засекаем. 3, 4. Остается 25 секунд. По Адене видим то, что перевалили уже за миллион. А по опыту вы сейчас удивитесь. Посмотрите, мы даже перевалили за миллиард. Но это, конечно, грязный опыт. Посмотрите, здесь волшебная лампа дала 1 миллиард 350 миллионов. Я не знаю почему, но мне кажется, это связано из-за того, что у меня персонаж 95 уровня. Одна секунда. Все, стоп, заканчиваем. Давайте отбегаем отсюда. То есть вот этот опыт у нас 1 миллиард 864 миллиона 881 тысячи, это грязный. Отсюда мы вытащим синий светоч и тогда узнаем чистый опыт. По Адене 1 миллион 196 тысяч. И опять, кстати, есть нестыковка. По базе знаний там в районе 2500 аден должно падать. Здесь там падает в районе 1700. Сейчас перемещаемся на третий этаж. Третий этаж, сделан ребаф. Сейчас сбрасываем показатели. И вот этот этаж уже намного сложнее, чем предыдущие два. Если человек без доната играет, то на третьем этаже будет, конечно, очень-очень сложно. Я думаю, даже если год играете, то вряд ли вы сможете пофармить на третьем этаже. До конца остается около 15 секунд. Совсем недавно, кстати, вылез РБ, который упал от одного удара. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, на этом заканчиваем первую часть. Посмотрим, что по Адене. 1 миллион 525 тысяч, то есть, в принципе, за час может упасть даже 6 миллионов Адены. То есть, если этот шейх будет стоять на третьем этаже, да, 6 миллионов умножаем на 24 часа, больше, чем 100 кк за день, то есть, больше, чем 3000 рублей за месяц, однозначно можно даже просто на третьем этаже
фармить. По опыту 840 миллионов 189 тысяч. Кстати, ни одной лампы не упало, всего лишь 67% набито. Так что это, можно сказать, сразу же чистый опыт. Тогда сейчас займусь подсчетами. Подводим итоги. На втором этаже ТОИ упало адены на 63% больше, чем на первом, и опыта на 52%. На третьем этаже ТОИ по сравнению со вторым этажом адены упало всего лишь на 28% больше, а опыта целых на 65%. Друзья, если понравилось видео, не забывайте ставить лайки. Всем удачи и пока!